Всем привет, друзья! Сегодня я играю в Microsoft Flight Simulator. Сегодня мы с вами пролетим над Москвой, а конкретно над МГУ, Московским государственным университетом. Сегодня я лечу на таком желтом параплане. Сейчас посмотрим вид изнутри. Такая кабина у нас. Посмотрим под ноги сейчас. А под ногами ничего нету. Переключимся обратно на стандартный вид. Сейчас попытаемся прямо над шпилем пролететь и не зацепить его. Это будет опасно, потому что у самолета этого очень низкая маленькая тяга. Слабенький. Вот мы подлетаем. Хватит ли ему тяги? Так. Пролетим или нет? Оп! О, у нас развернуло на 180 градусов. И мы совершаем крутое пике падения прямо во дворы. И мы падаем и переворачиваемся. Да, не удалось нам с вами пролететь этот шпиль. Слишком он высок и слишком слабый самолет я выбрал. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам нравится, не забывайте ставить лайк, подписываться. Все, всем пока.